Ребят, всем привет! Рад вас приветствовать на моем канале. Выбрались с другом на речку погонять окуня местного. Взял я с собой спиннинг Major Craft Speedstyle 0,67 грамм. Катушку Daiwa Frimps 2506. Плетенка UGK. Решетка 0,6 Иги Метал, и поставил Джигрига 4-граммового Скипеч Секси Импакт. Попробуем кого-нибудь выманить. Сегодня говорят, до плюс 20 будет, но что-то слабо верится. В машине, когда ехали, показывала, есть первый. В машине, когда ехали, показывала плюс 2. Такой друг. Давай. Полосатый. Может, еще не один стоять. И немножко по ногам дает холодок. Надо было термоноски одевать, но поленился. Посмотрим. Дальше потеплеет, солнышко проглянется. Местные на поплавок. Плотву щемит. Был ударчик. Еще один, но не засекся. Прекрасная погода сегодня, хорошо. Главное, что без ветра. Птички поют уже. Прям весна. Есть. Была поклевка. Пейзажи здесь, конечно, неописуемые. Есть на паузе. На паузе взял. Ловим дальше.
Надо попробовать что-нибудь поменьше поставить. Сменил место. Камеру не успел включить. Была одна здесь поклевка. Вот такой конек. Он даже не засекся. Чисто повис на приманке. Есть. Вы видели? То же самое, не засекся. Короче, я так понял, что далеко бросать не нужно. Здесь весь под берегом стоит. Есть. А то я бросаю что-то на середину. Думаю, что не клюет. А он вот здесь вот, в траве. Есть, была еще поклевка. Не засекся. О, опять поклевка была. Поспешил. Сейчас больше паузы сделаю. Есть. Сейчас здесь под кустов будем тягать. Есть, доел, но не засекся. Есть. Прям ударчик такой был. Вот. Здесь вот можно повываживать. Место есть. Оторвался X-Impact. Поставил
Полярис на 2-граммовой головке. Сейчас попробуем. Здесь поднялся ветер. До этого бросал. Что-то тишина была. Сейчас проверим здесь. Возможно, переедем на другое место. Была есть доел. Конечно, размер оставляет желать лучшего, но пусть лучше клюет, чем вообще ничего. Доел, но это тоже покрупнее. Полярис зеленый с блестками. Дал ему доесть и свалился. Давай плыви. Плыви. Есть. Да, кушал. Ну, немножко разошелся. Полярис.
судя по всему, вкуснее, чем Sexy Impact. Не, ну это вообще не серьезно, конечно. Что это за нано размер? Ну, палочка чувствительная, даже такого пипесона почувствовала. Еще немного поупираюсь. Поедем на другое место. Попробуем там. Но там много будет обрывов. А есть, следит. Ну и рыбка там немножко покрупнее простреливает. Прям нащупываешь этого окуня. Только туда клюет. Но активность какая-то есть. Уменьшение веса приманки и самой приманки повлияло положительно. Ну и поводок, соответственно, тоньше. Есть. Чувствовал, как подбивал, доел. Очень осторожный окунь. Здесь приходится полностью контролировать его. Удилищем. Доел. Thank you.
Есть. Есть. Отвалился. Беги домой. Времени осталось немного, как раз чтобы переехать на другое место. Сейчас последние проводки и поедем. Так, переехали на другое место. Попробуем здесь. Вода здесь высокая. В прошлый раз вообще практически воды не было. Открыты шлюзы. Скорее всего, и прозрачность никакая. Ну, попробуем кого-нибудь, что-нибудь. Он уже, товарищ, зацепился второй раз, пытается отстрелить, наверное, без результата. Как я и говорил, что здесь очень много зацепов. Ну что, ребят, прошагал я тут много, толком ничего не клевало. Одна поклевка была. Вода мутная, вода высокая. Поэтому на этом будем заканчивать свою рыбалку. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.